Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Cherry Tiggo 4. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию 4 дверей. Разобрали двери, то есть сняли обшивки, подготовили поверхность. Приступили клеить по программе Олимп, то есть 3 слоя. Поэтапно показываю, где какие слоя мы наносим. Первый слой мы наносим — внешняя сторона металла. У нас вибропласт толщиной 2 мм. Максимально обрабатываем поверхность, прокатываем валиком. Второй слой мы наносим на внутреннюю сторону металла, то есть под обшивкой также вибропласт 2 мм. Третий слой мы наносим на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина 15 мм. Такие слои мы используем в программе Олимп. Доделаем, соберем обшивки, проверим, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!